Мы продолжаем спрашивать петрозаводчан, какие новости они хотели бы видеть на телеканале Сампа ТВ 360. В связи с тем, что с 9 февраля наш канал вещает круглосуточно. А кроме кино, сериалов, мультфильмов и развлекательных программ ежедневно выходят выпуски новостей. Опрос показывает, какие темы наиболее актуальны для наших зрителей. Начал свое вещание новый республиканский телеканал Сампа ТВ 360. В этом году возможность смотреть нас появится практически у всех жителей республики. В связи с этим мы решили узнать у петрозаводчан, какие новости они хотели бы видеть на телеканале Сампа ТВ 360. Вы знаете, что у нас открылся новый телеканал Сампа ТВ 360? Знаю, да, прочел. Отлично. А скажите, какие новости вы хотели бы видеть на телеканале? Мне хочется, чтобы вы... Хорошие новости были бы, такая рубрика. Мне кажется, что это очень важно. А хорошие новости это какие? Ну, не знаю, о людях хорошие новости, о делах каких-то. Я-то вообще православный человек, хожу в храм уже больше 30 лет. И хочу, чтобы побольше в этом канале было Слово Божие. В интернете, например, я смотрю новости наши городские, наши республиканские. То есть я, в принципе, люблю свою республику, и мне интересно, что здесь происходит, и какие интересные мероприятия проходят, в том числе культурные события смотрю. О новых открывающихся выставках, потому что я не всегда успеваю, например, у нас много культурных мест, поэтому я не всегда успеваю, например, сама отследить. Какие-то интересные лекции очень люблю, и публичные, и как бы такие в университете хожу. Ну, в общем, наверное, образовательные какие-то программы. О жизни города, Карелии вообще. Ну, например, что это может быть? Ну, например, о проблемах, как решаются проблемы у нас в жилищном нашем хозяйстве. Я живу в деревянном доме, он у нас находится в ужасном состоянии, и никто ничем не занимается и не решает наши проблемы. Скажите адрес. Ведлозерская, 11. Так, и что с домом? Он просто рушится, фундамента уже как такового нет. Я всю жизнь работал в строительстве, да, это, строил дома. Вот мне больше интересна, конечно, тема строительства. Вот для меня лично, когда человек что-то вижу где-то, что меня это больше затрагивает. Где-то что-то у нас строится в Карелии, вот, да, вот сейчас много строительства идет. Вот это мне больше интересует. У меня остро стоит вопрос с маршрутками, например. То есть ходят не везде, можно сказать, проблематично доехать в некоторые места и не так часто некоторые маршрутки ходят. Удачи вашему каналу новому, вашему генеральному директору господину Макарову. Я все знаю про вас.